Привет! А в этом видео мы с бабушкой Специей расскажем и покажем, как приготовить кабачковые котлеты с зеленым луком. Очень сочные, мягкие котлеты по вполне бюджетному рецепту. Ищите простой и быстрый рецепт кабачкового блюда, чтобы при этом оно было еще вкусным и достаточно оригинальным. В таком случае рекомендуем вам попробовать котлеты из кабачков. Состав рецепта рассчитанный на 2 порции. Для жарки нам потребуется подсолнечное масло 2 столовые ложки, специи, перец красный молотый по вкусу, перец черный молотый по вкусу, соль по вкусу. Основные ингредиенты: кабачки 3 штуки, яйца 1 штука, зеленый лук 50 грамм, мука 4 столовые ложки. Основной этап приготовления. Вымойте кабачки, почистите их и натрите на средней терке. Положите кабачки в сито, посолите, чтобы выделился сок, и оставьте минут на 15. Зеленый лук очень мелко нарежьте. Добавьте к кабачкам нарезанный зеленый лук. Массу тщательно перемешайте. Добавьте красный и черный перец, а также соль. Добавьте яйцо. Добавьте муку. Все хорошенечко перемешайте. Масса должна получиться густой. Разогрейте сковороду, смажьте ее подсолнечным маслом. На сковороду выкладывайте массу столовой ложкой. Обжаривать каждую сторону необходимо до появления румяной корочки. Нейтральный вкус и аромат делают кабачки универсальным продуктом. Для них подходит любой способ кулинарной обработки. Отваривание, бланширование, обжаривание, тушение, запекание. Из кабачков можно делать икру и суфле, фаршировать, добавлять их в каши, супы, запеканки или в тесто для оладий и хлеба. Кабачки на 95% состоят из воды и являются одним из наиболее диетических продуктов. Появляясь в продаже ранней весной, молодые цукини – это настоящее спасение от авитаминоза. Котлеты получаются очень нежными, сочными и полезными, ведь кабачок – именно тот овощ, перед которым диетологи снимают шляпу. При низкой калорийности он содержит массу необходимых микроэлементов, витаминов и органических кислот. Натрий и калий содержатся в идеальном соотношении. Кабачки – это профилактика малокровия и атеросклероза, гипертонии, ожирения, улучшение работы желудочно-кишечного тракта, а также содержит много полезных веществ, витаминов и микроэлементов. Котлеты из кабачков получаются сочными, нежными и очень вкусными. Большой плюс – их очень легко и быстро приготовить. Подавать готовое блюдо нужно горячим. Попробуйте приготовить кабачковые котлеты с зеленым луком по нашему с бабушкой рецепту. Приятного вам аппетита!